Снова я на этом канале N4K.ru, и такая статья. Михаил Ефремов рассказал об условиях содержания в СИЗО. Посмотрим, о каком СИЗО говорится в этой статье. Но опять они наступают на собственные же грабли. Новости сегодня, 28 февраля, и они рассказывают опять о нахождение Ефремова в изоляторе «Водник». Господа писатели, Ефремова уже этапировали в Белгородское СИЗО, в колонию, а вы все продолжаете писать о том, как он находился в «Воднике». Ну, я уже выпускала шуточный ролик, назывался он «Шуточный ролик. Позднее зажигание или сказочники новостных каналов о Ефремове». А я вот прочитаю сказку, которую я сочинила о Ефремове. Права на публикацию данной сказки оставляю за собой.